Салют, друзья! Итак, вчерашний прогноз 1 сыграл, победа Ливерпуля. Как я говорил, команда играла на высоких скоростях, которые Наполи просто-напросто не выдерживали. И ограничились, правда, всего лишь один голом, но во втором тайме загубили множество моментов. Ну а второй прогноз у главы тотал был не пробит. Серия из 15 матчей подряд, где пробивался этот тотал, к сожалению, прервалась. Вот именно на этом матче Интер показал плохую игру. И я считаю, этой команде нечего делать в плей-офф, так как не обыграть, если команда не может обыграть немотивированный ПСВ, да, команда, которая приезжает уже без каких-то задач, то что тогда делать в плей-офф? Пускай дальше в чемпионате Италии дышат в спину Ювентусу и Наполи. Ну а всем, кто ставил на победу Интера или же на какой-то другой исход в этом матче, и ставка проиграла, у меня хорошие новости. Этот матч попал под предложение «Максвайн вернет», и все проигрышные ставки рассчитаны с коэффициентом 1. Итак, мы идем дальше. Сегодня матч «Шахтер-Лион». Сегодня вообще очень трудный тур для прогнозов, потому что уже какие-то почти все команды решили свои задачи. Но вот «Шахтер-Лион» нас ждет интересная игра, так как для выхода в плей-офф «Шахтеру» нужна только победа. Делать какие-то выводы на фоне чемпионата Украины по «Шахтеру» трудно, так как там, в принципе, составляет команду только одна команда конкуренции «Шахтера». Но вот последняя игра с «Хоффенхаймом» в Германии мне понравилась. И я думаю, «Шахтер» все-таки сегодня будет играть на победу, будет играть открыто. И благо футболисты, которые находятся в распоряжении Шахтера Донецка, позволяют сделать все, чтобы команда вышла в плей-офф. Здесь, я считаю, сыграет большой фактор, фактор домашнего поля. Ну, матч будет в Киеве, но, как мы знаем, уже давно Шахтер играет на других стадионах. Поэтому моя ставка — Шахтер с форой 0, коэффициент 1.72. Всем удачной игры!